Давай встретимся завтра у шоколадного фонтана в 3 часа дня, сказал он мне. Ты же, надеюсь, не из тех, кто отстал от жизни? Конечно, я знаю, сказала я, а сама бросилась гуглить и писать подругам. И у меня было всего полдня, чтобы найти это место и не опоздать на свидание. Я быстро собралась и днем выехала в торговый центр, но, к сожалению, ошиблась с адресом. Я прошла все возможные места, начиная от ресторанов, заканчивая супермаркетом. Я даже в какой-то момент подумала, что это название конфет. И потом поняла, что такого не может быть, поэтому выехала в другой торговый центр. И вы не поверите, пока я ехала в машине, мне попалась реклама шоколадного фонтана, который находится в Сентай Молли, поэтому мне пришлось быстро развернуться и ехать туда. Не знала, этот ли это шоколадный фонтан или нет, но точка называется Вафус. Находится она как раз-таки на последнем этаже Есентай Молл, там, где фудкорт и кинотеатр. Я быстро зашла в уборную, чтобы посмотреть, как я выгляжу, потому что если это та самая точка, то он будет там. Я пришла слишком рано, поэтому его пока что не было, поэтому я решила сделать свой заказ сама. Я видела, что здесь все берут клубнику в шоколаде и боксы, но я решила отличаться, поэтому взяла разных 5 позиций. Первая из напитка — Bubble Tea Oreo с жемчугом. Это именно то, что нужно было. Это, с одной стороны, молочный коктейль, но при этом он холодный, очень вкусный и очень сладкий. Так как само заведение называется Вафус, мне захотелось попробовать их вафли с вареной сгущенкой и фруктами. Холодные фрукты с очень сладкими вафлями — это просто идеально. Из новых позиций у них также испанский чизкейк, который мне безумно понравился. Там как раз-таки, видимо, шоколад из этого шоколадного фонтана, поэтому очень-очень сладко и вкусно. Альфа-хорис, насколько я поняла, это вот эти печеньки. Они очень классные, со сладким чаем. Я бы назвала их диетическими. И последнее — шу с кремом лотос и карамелью. Это как такие эклерчики маленькие. Наверное, одна из самых любимых позиций у них. И когда я нереально наелась и уже собиралась уходить, тут я вижу, что пришел он.